Столичный мусор не будут ввозить в Тверскую область. Окончательно это стало известно после обнародования столичными властями списка регионов, в которые из города будут направляться твердые коммунальные отходы. Этот Подмосковье, а также Калужская и Владимирская области. Напомним, что 11 декабря на итоговой пресс-конференции губернатор Игорь Рудени в очередной раз подтвердил, что Верхневолжье не будет принимать ТКО из других субъектов. Кроме того, сейчас ведется активная работа по созданию новой инфраструктуры по утилизации. При этом не идет речь о строительстве мусоросжигающих предприятий, поскольку для нашего региона, имеющего статус рекреационного, очень важна хорошая экология. Но мы понимаем, что не наши проекты, но не надо ничего сжигать у нас, говоря об экологии, в том числе, да, считаем, что объявив свою территорию экологической зоны, рекреационной территории, всю Тверскую область, мы максимально стараемся уйти от такого рода проекта. Территории у нас для своего мусора достаточно, мощности у нас есть, поэтому будем руководствоваться пока проверенными способами. Если будут инновационные по утилизации мусора, мы будем рассматривать.